как это было, почему уровень достаточно высокий. Я хочу остановиться вот на одном моменте. Вот у меня есть в руках отчет члена Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации Драгункиной Зинаиды Федоровны. Вот в таком оформлении. Я веду, наверное, понимаете, к чему, к нашим отчетам. Вот вы знаете, я посмотрела вот этот отчет и поняла, что в принципе мы с вами грамотно делаем отчет. Статистика необходима, но вот отсюда можно взять что на вооружение, на будущее. Все-таки мы отчеты должны с вами раскрывать каким-то образом, более конкретные моменты рассказывать об этом. Вот очень неплохо, мне кажется, вот раскрывает один только блок работы Виктор Петрович в своем отчете получилось, и это очень правильно, потому что если почитать вот все отчеты, то будет как раз складываться такое представление о работе депутатского корпуса. У кого-то другие какие-то моменты очень хорошо проходят, например, в заседании комиссии. То есть вот те, кто еще не сделал отчет, остается 2 дня, я напоминаю вам, но постарайтесь. А можно еще и в дальнейшем дополнить вот эти отчеты с учетом. Здесь и фотографии тоже используются, в общем, и выступления различные. Вот такая форма нами может быть использована. На электронной почте? Нет, это печатный вариант, это посмотреть здесь можно. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами закрываем наше заседание. Я благодарю вас всех за работу и надеюсь, что в дальнейшем мы с вами продолжим также работать. Мы будем приглашать тех людей, ну, судя по тому, какая повестка будет, безусловно. Я уверена, что Александр Васильевич будет присутствовать на наших заседаниях по вопросам отдельным. Затем я разговаривала с Дмитрием Витальевичем по поводу комиссии. Вот у нас многие комиссии ведь волей-неволей, они уходят в управу. Вот комиссия, например, Невзорова Владимира Викторовича. Ну уж там как управа решит, конечно, будет ли эта комиссия работать, но я так понимаю, что на сегодняшний день у них в мыслях это есть. Поэтому если не вы сюда, так мы к вам в любом случае на разные комиссии, на разные совещания будем присутствовать, а уж на мероприятиях-то мы всегда будем вместе. И у нас задача еще одна стоит, уважаемые депутаты, подумать и о местных праздниках, какие местные праздники мы оставим, какие ли мы все оставим местные праздники за собой. То есть впереди огромная работа, которая требует времени, сил, нашего общего решения, поэтому вот таким образом. Спасибо всем за внимание, еще раз огромное, закрываем наш